Прихожанами храма Рождества Христова и казаками Рождественской полусотни был собран и передан гуманитарный груз для жителей Донбасса. Простые прихожане и казаки – это помощь и братство. Это показали сегодня казаки Рождественской полусотни, которые собрали предметы первой необходимости. Казаки Рождественской полусотни, ХКУ имени атамана Величко, совместно с духовенством и активом храма Рождества Христова собрали более 100 тысяч рублей и на эти деньги закупили гуманитарную помощь, которую завтра наши казаки доставят по адресату. По благословению настоятеля храма протоиерея Александра Игнатова, духовенством и прихожанами храма были переданы 50 школьных наборов, духовная литература, Евангелие и молитвословы, нательные крестики для молитвенной и духовной поддержки, в которой так сейчас нуждаются жители Донбасса. Спаси Христос всех, собрал, привез, доставил сюда для освящения медикаменты, эти наборы для того, чтобы дети, которые нуждаются на передовой сегодня, не только в книгах, но и прежде всего в Священном Писании, в Евангелии, в молитвословах, могли обратиться к Богу и получить укрепление в это непростое время. Мы народ единый, народ православный. Мы дорожим Отечеством земным и чаем стать наследниками Отечества Небесного. Духовенство храма осветили груз. Теперь он будет отправлен по месту назначения. Казаки и приход Рождественского храма поддерживают Донбасс с начала спецоперации. Неоднократно казаками и прихожанами храма организовывался сбор гуманитарной помощи и передавался на территорию Донбасса и Украины. Это и одежда, и предметы первой необходимости, медикаменты и даже облегченные носилки для работы военных медиков. Переживая за участников военной операции, невозможно оставаться равнодушным, и каждый стремится помочь. Так к сбору груза присоединились и другие казачьи общества Кубанского казачьего войска. Как важно в этом деле оказания помощи объединить наши совместные усилия – казачество, прихожан и всех неравнодушных людей. Подготовиться к наступающему холодному времени года необходимо уже сейчас. Поэтому следующая партия гуманитарной помощи будет состоять из отопительных приборов и электрообогревателей. Каждый может поучаствовать в этом общем деле, принеся электрооборудование или средства для их приобретения.